Всем привет, с вами Марк Андреевич. Думаю, что если вы не живете где-то вдали от цивилизации, вы знаете, что началась зима не так давно. Хотя на самом деле в большинстве городов России зима началась где-то месяц назад, но календарная началась не так давно. У нас бывают теплые дни, бывают холодные, то есть чередуются. А в других городах потеплее, в некоторых других городах холоднее, но суть в том, что декабрь будет январь, январь это самый холодный месяц и будет холоднее, чем сейчас. Так вот, многие люди на улице мерзнут, я не исключение, и у меня проблема, что у меня сильно мерзнет нос часто. Если у вас такая же проблема, то, думаю, мое видео может вам помочь. Дело в том, что я решил эту проблему, в чем ходить, как одеваться, чтобы у вас не мерз нос. И на самом деле я долго думал об этом, еще когда я учился в школе, но только сейчас я догадался, какая конструкция идеально помогает согреть нос, чтобы вы выходили на улицу, и он на вас не мерз. Я думал сначала связать какой-то чехол для носа, но понимал, что он держаться не будет. Но все оказалось намного проще. Вот, клоунский нос. То, что поможет защитить нос и не дать ему замерзнуть. На самом деле, эта идея пришла ко мне совершенно случайно, хотя я уже не думал о том, как согреть нос, просто думал терпеть. У кого-то есть маска от холода, но у нее проблема в том, что вы дышите и образуется лед на самой маске. Это не очень комфортно. А у клоунского носа такое преимущество, что вы дышите, у вас нос полностью свободен. Сейчас я его надену и к вам вернусь. Дело в том, что его тяжело одной рукой нацепить на себя, поэтому мне нужны две свободные руки. Что ж, я вновь с вами, на мне клоунский нос, как я выгляжу, думаю, красиво, вам нравится, да? Так вот, смотрите, вы дышите, у вас нос свободен, воздух выходит свободно, и этот нос вам никак не мешает дышать. Это большое преимущество. Второе преимущество, что он, несмотря на свои небольшие размеры, закрывает кончик носа, который наиболее подвержен холоду. Лично у меня. Вот. Так. Красиво это выглядит и полезно. Я выходил уже пару раз с этим носом на улицу. Не все прохожие смотрят на меня как на нормального, но как бы главное это тепло. Главное не заболеть, потому что цены на лекарства выросли, лечиться тяжело. Болеть невыгодно, но думаю, что при таком аксессуаре нос будет у меня и у вас меньше мерзнуть и заболеть вероятность ниже. Ну вот, это все, что я хотел рассказать вам на сегодня. Здоровья вам и всего наилучшего. Спасибо за просмотр. Всем пока.